стремиться к лучшему, встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты, радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть. И она достойна лучшего. Группа компаний «Solers». Эфир нашего телеканала продолжает программа «Город сегодня». Здравствуйте. Какой будет наша жизнь завтра? В большей мере зависит от медицины. Здоровье – главный фактор трудоспособности и, соответственно, залог благополучия и жизненного успеха. От кухонных обсуждений в кругу семьи до заседаний правительства и дискуссий в парламенте. В стране сегодня все говорят о необходимости реформы здравоохранения. Клиник на душу населения открыто уже много, но и жалоб меньше не становится. Специалисты говорят, что в своих бедах мы виноваты сами. Курение и малоподвижный образ жизни, апатия, неправильное питание. Все это постепенно разрушает организм, а к врачу мы не спешим. Стрессы и низкий уровень жизни тоже ухудшают состояние здоровья. Многие недуги, свойственные пожилым людям, высокое давление, хронические болезни все чаще поражают молодых. А это значит, что для многих семей проблематично рождение здоровых детей, а то и вообще о детях остается только мечтать. Тему безопасности детства, здоровья матери и проблему брошенных детей обсуждали в октябре участники круглого стола. Ассоциации «Асылбала» – 150 неправительственных организаций Казахстана объединились, чтобы содействовать становлению здоровой нации. Что же предлагают медики для того, чтобы улучшить систему здравоохранения? Буквально через несколько месяцев нашу медицину ждут кардинальные перемены. Наши коллеги из организации «Интерньюз Казахстан» поговорили об этом с вице-министром здравоохранения Елжаном Биртановым. В текущем году будет создан фонд обязательного социального медицинского страхования. И с 1 января 2017 года он начнет принимать взносы от населения. И с 1 июля 2017 года фонд станет уже, скажем, оплачивать медицинские услуги гражданам в медицинских организациях. До этого момента эту функцию будет осуществлять Министерство здравоохранения в лице комитета оплаты медицинских услуг. То есть идет передача функций от Министерства здравоохранения в фонд медицинского страхования. Если посмотреть, так сказать, суть деятельности медицинского страхования, то есть определенный пакет медицинских услуг, который гарантирован гражданам нашей страны бесплатно Конституцией. И это достаточно широкий спектр услуг, начиная от первичной помощи, скорой помощи, консультации специалистов и лечения в стационарах и некоторые виды реабилитационной помощи. Все это ранее оплачивалось из бюджета государства. Теперь мы разделили этот пакет на две части. То есть часть заболеваний социально значимых, экстренная помощь, скорая помощь, она также будет полностью покрываться государством, независимо от того, гражданин застрахован или не застрахован, платит он взносы или нет. А второй пакет – это, так сказать, амбулаторно-поликлиническая помощь, то есть помощь в поликлиниках, плановая, консультация специалистов и лечение в стационарах, плановая, оно будет оплачиваться за счет фонда обязательного социального медицинского страхования. Таким образом, общий пакет медицинских услуг, он не меняется, он даже увеличивается, поскольку мы планируем в рамках фонда медицинского страхования увеличить количество бесплатных лекарств. Руководство Минздрава считает, что для рядового пациента в поликлинике или стационара особо ничего не изменится. Даже наоборот, не придется платить наличными частному доктору, если у вас будет страховой полис. С точки зрения медицинского ничего не поменяется. То есть в июне 2016-2017 года гражданин будет получать услуги точно так же, как и там, в июле 2017 года. То есть медицинские организации предварительно у нас проведут, так сказать, регистрацию, с ним будут заключены договора. То есть если сегодня он пролечился и счет выставил в государство Минздрава, то завтра он пролечился и счет будет выставлен в фонду медицинского страхования. В принципе, граждане этого не почувствуют. Разница будет в одном, в том, что мы ожидаем, что гораздо больше частных клиник к нам придет. Если сегодня человек приходит
государственную клинику, и ему по какой-то причине не нравится качество обслуживания или очереди там, а это очень распространено, к сожалению, то он идет в частную клинику и платит всю стоимость за свой счет. То завтра эти частные клиники, которые будут в системе ОМС работать, то человек туда приходит, он не платит, поскольку за него будет фонд платить. То есть у него появляется реально свободный выбор. Если сегодня он выбирает в основном между государственными клиниками, то теперь он, в принципе, может обращаться в любую клинику, любую аптеку, и, собственно, счета будут выставляться фонду, и фонд будет платить. В оставшиеся месяцы будет еще немало обсуждений страховой медицины. Пока она вызывает больше вопросов и тревоги, чем радостных ожиданий. Но готовиться к изменениям пора уже сейчас. Так что если вы сами себе работодатель, то задумайтесь, как бы не остаться на уровне только самой неотложной медицины. Ну а мы желаем вам только крепкого здоровья и всегда находиться в отличном настроении. Наш генеральный партнер – группа компаний «Solers». Мы всегда рады вам помочь. Поэтому пишите на сайт rikatv.kz, а также в социальные сети. Мы постараемся разобраться в любой вашей проблеме. Главное, не стесняйтесь. Будьте с нами на связи и всего вам хорошего. Стремиться к лучшему, встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты. Радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть. И она достойна лучшего. Группа компаний «Solers».